Здравствуйте, дамы и господа, с вами Хрячая Семья, я Хрячий Батя Грегор. Сегодня мы с вами будем играть в нечто старое доброе, но в необычном режиме. Тут мне ребята предложили поиграть в кооперативе старый добрый Left 4 Dead 2. И так как я давно уже хотел во что-нибудь кооперативное поиграть, вот мы с ними и собрались. Так что давайте не будем задерживаться, потому что давно в это дело я не заходил. Я, наверное, заходил в Left 4 Dead еще только тогда, когда даже была... сетка у нас, то есть даже когда не через Steam, вообще какой Steam на тот период, господи, о чем вы? А сейчас мы будем играть как говорится, как белые люди, да? Вот, так что надеюсь, это будет весело. Ну что ж, погнали. Интересно, можно будет петь? Да, конечно. Ну что, погнали? Да. А мы уже в телеке? А, да, конечно. Хочу передать привет своей бабушке. Бабушка, надеюсь, ты смотришь. Привет. А она смотрит? Нет, конечно, что делать нечего. А может, она будет? Откуда ты знаешь? Смотри, бабушка, тут я отрываю зомби голову. Тебе понравилось? Во имя бабушки. Навела шороху во имя бабушки. Да-да. Самое что забавное, действительно, Left 4 Dead, наверное, последний раз играл, когда это... еще тупо сетка была. Эй, тут на крыше еще остались люди! Вернитесь! Всё, чуть-чуть не успели. Успокойтесь. Это было давно, я правда. Здесь живу, поэтому могу сказать, что вертолет точно полетел к торговому центру. Это недалеко. Центр-то центр. Подай лучше топор возьму. Надо взять с собой оружие, мало ли что. Джеронимо! Вперед! Ну шо, ready, steady. Ой, зомби. Зашли это. Ага. Тут еще ствол есть, если надо. Где? Какой? О, где я? Где? Тихо, громила. Где громила? Я услышал, осторожно, это Данила. Согласно этой карте, наш выбор невелик. А где? Есть еще какой-то ствол? Или ну, там да. Обычный пистолет? А, во! Мне больше вот этот нравится. Почему у меня нет пистолета? Это такой вопрос. Я где-то пропустила. Ну что? Идем дальше? Чего у тебя нету? Ничего. Слушай, ну тут, к сожалению, всего одну пушку можно брать. Я уже и забыл про это. Не, почему? Когда это пистолет один, а вторую-то ты возьмешь другую. Не, вот у меня рукопашка заменила пистолет. Да, но потом можно будет взять же другую еще. О, то подожди, тут пистолет Магнум. Да, вот я его и взял. А, правильно сделал. Аня, стой! А, подожди. Ты же здесь, рядом со мной. Андрей, стой! Это все потому, что я тренер? Ну да. Ты их заблевал, что ли? Да, я их заблевал. Ой, а как я это сделал? Вперед! Я не знаю, куда я стреляю, но я попадаю. Это хорошо? Хорошо снова вернуться во все это дело. Ты попадаешь. Перезаряжаю. О, го! Ой! Тихо, не падаем. Перезаряжаю. Если бы тут толстая попа не мешала мне, я бы не упал. Это явно не я. Это я. Это тренер. Я же тренер. Ну, ты тренер. А тренер... Тренер из этих... Как вот с фильма Гая Ричи. Аккуратно там за дверью кучу зомби. Аккуратно, сзади. А, ну да, я разговариваю с ботом. Хорош, хорош. Он точно нужен ник? Не факт, конечно. Ну что,
никогда не спасаем его больше. Я перезаряжаюсь. Подожди, с ним что-то было? Тут блевотина есть. У меня есть обычная граната. Отлично. Живо вниз по лестнице. Не подпишись. Ой. Не нравится, как это, стойка для стрельбы у этого, у Андрея, у твоего персонажа. Просто такой от бедра. Такой, на, на. Это просто... А, пожар! Тихо. Жопа горит. Так, сейчас, я чуть-чуть потише сделаю и еще. Да, я тоже это сделал. Чтобы лучше вас слышать. Это чтобы лучше вас слышать. А зачем нас слышать? Ошибка. Курильщик. Ой-ой-ой. Спасибо. Пожалуйста. Аккуратно, там жокей. Он на мне. Блин, я еще играю за женского персонажа, что-то такое себе, конечно. А, тут, а! Жмур. И дефибрибаб. Короче. А нахера я ее взял? Я ее взял, да. Твою мать! А как я упала? Я на наверх. Лагануло, во, во, пошло, поехало. Ура. А, я думал, это только у меня тут какая-то это. Не. Нас дудосят. Конечно, так и есть. Кто-нибудь мне поможет? Кто-нибудь помогите мне. А! Я чуть не выпал из окна. Не ты один, мы все. О, слушай, да, реально, все меня шкивает. Вау. А что я? Кто я? А как я упал вниз? А почему я упал? Я же не двигался. Ну вот я тоже не двигаюсь, а меня шкивает. У меня горящий зомби сейчас мурыжи будет. А где я? У тебя жокей это с тобой. Да, я знаю, но я не могу ничего сделать. Я телепортируюсь. Слушай, а давай попробуем этот, локальный сервер. Ну давай. А это как? Ну, это так же самое, просто в жопу Steam. Ну, сейчас, или как, Steam-то по-любому остается. Ладно, меня Рошель лопает. Это не я. А все, ты вышел и лучше стало. Слушай. А вот ты когда? А, кстати, да. А, нет. Вот так тут. Ладно, в главном меню поиграть. Наигрались? Поигрались, наигрались? Ты подожди. Блин. Все, мы выходим из этой? Да, да, конечно, я вам приглашение уже кинул. Это игры? Приглашение. Иго, ты агришься, конечно, на нее. Пойти за едой сходить что-то? Еды нет, еда это ложь. Еда это зомби. Еда это лошадь. Как у нас много вариантов, какие мы все разносторонние. Еда — это еда. Сейчас снова будет громкий вертолет. Как пить меньше надо. В этом есть смысл. Хотя суббота можно пить. То есть ты оправдываешь алкоголизм? Нет, я оправдываю то, что я хочу пить. Спасибо. Нет, сниженный почти в ноль звук вполне неплохо помогает. Шел 10 час игры, мы все еще не можем уйти с крыши. Ну, это наша крыша. Арика, ты готова? Вперёд! Я предлагаю просто никого не убивать. Зомби в костюмах химзащиты. А, бот кого-то защищает, может быть, просто. Чё там у тебя? А чё, норм пинг? Ну, вроде да. У, кто мне дал две билеты? Почему? А, класс, нас закольцевали.
Нас тут это решили, да, прям зажать. Ага. У-у-у. А где хорошая пушка? Почему не горит? А нету ее. В смысле, откат? Требую обратно, верните. А, не, нам нужно оббегать, понял. Мне нужно найти выход. Ну вот сюда нам. Не, я возьму. Так, сейчас я возьму ствол. О, тут это есть, бомба-вонючка. О, пистолет Магнум тут где-то валяется. Можно будет валяться у меня, брок? Это что, нож, что ли? О, да, есть. В этой игре был нож? Ну, да вроде нет, был только этот... Катана. Да не, вот нож у меня, смотри. Где? Ну, вот он. Где? А, где ты? А, ну, значит, да. А ну-ка, дай порежу. Сейчас зарежу! О. Нифига! А, меня это, того. О. Я Магнум, я только что видела. На полу там лежал. Может так мы когда-нибудь дойдем до Dead Island? Да, да. Меня кофе. А все. Я спас тебя. Это был не кофе. Ой, что-то взорвалось. О, тут это. Адреналин и... Воскрешалка. Воскрешалка. Ведь нож какое-то страшное оружие, ты что, блин? Это нож. Ну, типа, да, ну как бы. Типа, это всего лишь нож, подожди. Это. Тут должна быть рекламная интеграция, что это ножи самура. Финка НКВД? Что, блевать, не под ноги кидать? О, тут еще одна это бомба вонючка. Аккуратно, аккуратно там слизь. Тут живая бомба вонючка. А, да? Да. Если никому не надо, я заберу. Кого? Бомбу. Забирай. Сейчас. Где? Вот здесь. Где? Так, так. Веди меня, веди. А этот адреналин никто не хочет добрать? Адреналин мираж? У меня эти есть таблетки. Я забрала, хватит. Вот и правильно. Обколются тут своим адреналином. Чувак, стреляй в зомби. Чем ты стреляешь в меня? О, тут походу... А, нет, просто пистолет. Так, ну что, точка X. В прошлый раз у нас тут это началось. Да. Да не, не должно. Здесь, на уступе. Ой, здравствуйте. О, тут без этого. Моё! А, нет, тут огонь. Дэнджи, вперед! Да. Еще один воскрешитель. Где-то курильщик лазит. Он уже на курильщике. О, тут бомба. Разнос. Вот таблетки. Подожди, я заблюю кого-нибудь. Тут таблетки. Массовое обливание. Граната! О, сзаду горящий дым. Что происходит? Я защитил тебя. Дистанционно. Дистанционно? Ну да. О. Так, ну чё, в лифт? Давайте, в лифт. Погнали. На. Ой, кто-то блеванул в нас. Да, это я сделал. Ага. Слушайте, ну мы неплохо играем, вот у нас Ник даже больше дамага получил, чем мы. Согласен. Вообще тупой бот. У них и Рася. Ладно, ладно, остановись, Арика. Як ты уже? Черт. Валим отсюда. Опа, сюда. Малы. Кидаю бомбу. Да не в меня. А в кого? О, тут аптечка есть. Ник ее сейчас застилит. А, на мне же кей. А, меня блевали. Меня заблевали. Я тоже блевали. А, не тебя одного. Дважды. Кого я стреляю?
В кого-то. Хорошо горим. Да не, нормально все. Ну. Все целы? Да. Так, пустите. Вот он, зомби. Конечно. Ну, зомби же в золотом, кстати, сами. Так, не туда. Куда? Андрей лучше всех сюда, знает, сюда, куда сюда, идти. Вот, ко мне идите. Я, короче, готов адреналинить вас. Вот еще адреналин есть, но я взял. Ур, вот от толстяка. Сколько штуки? Было. Кто взял банку желчи? Я. Я выбросил адреналин. Если кому надо, на полу лежит. Выпал. Кому помочь? Кого током ебнуть? Да погнали, вот уже убежище. Блин. Спасибо. Я здесь постою. Нет, ты заходи. Тебе нужно попользоваться штукой. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция непонятна. Конечно. Интересно, если бы мы сперва забрали бы пушки до того, как закрывать двери, у нас были бы новые пушки? Нет, они, по-моему, всегда там идут одинаковые. А, да? Ну, вроде бы да. Но это не точно. Я никогда не обращал на это внимания. Ну, хорошо, что у нас хоть в первой катке танк не вышел. Да. Сложность маленькая, потому что. Ну, у нас средняя. Да, те же самые пушки. Чё, кто дробовик берет? Я все бегаю, как один. Я возьму аптечку. А. У тебя, Аня, уже пушка есть? Ребята, мы могли... Вот так. Давайте сначала мы их убьем, а потом выйдем. Вперед! Спасибо, я останусь здесь. Там зомба. Не-не, пойдем. Не пойдем. Когда уже машины появятся? Я хочу по ним пострелять. Это ж не пубг. Ну да. Адреналин раш в огне. А мы будем играть? Я перезаряжаюсь. Дожили. Еще скажи, Тарков будем играть. У меня есть Тарков. Тарков арена тоже. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ты куда поехал? Тихо, охотник, охотник! Я собью его руками. А! За что? О! Ну ладно. Ну пойдемте. Так, на этом моменте нужно поставить ост из человека бензопилы. Вот мы тут из Мне интересно, почему твой персонаж говорит на английском или это ник? Я, кстати, после какого-то обновления, так вот проскакивает у них это английская речь. О, привет, hello. До этого было все норм. О, бомба, бомба. Берите бимбу. Тут есть дробовик и есть канистра. А бимбу брать будет кто-нибудь? Отходите. Черт. А, сверху. Да, конечно, лучшее решение вот в этот угол. Бензопила вперед. А, я себя поджег. Как это случилось? Он от бензопилы сработало. Ну, ты пустил искру. Искра между нами. Искра буря, блевотня. На лестнице. Че, погнали наверх? А зачем? Так мы же оттуда пришли. Почему нет? Да, мы же сверху с лестницы пришли. А, да, точно. Как ты его заметила? Дальность прорисовки с сейфа. А, вон вижу, да. Ой, сука. Я пойду завалю его руками.
Поздно. Именно так работает дробовик в реальной жизни. За 3 километра. Да. Нет, нельзя канистру распилить. Она не пилится. Ну, значит, это полудурок пилит. Это кто-то стрельнул в меня. Ты уверен? Вот я пилю ее, она не пилится. Винику подзапилил. Этого хватит? Наказание. Вполне. Тут где-то есть маленькая тварь. Вот она здесь. А, горим. Жопа горит. Так, это была ошибка, перелезть раньше. Ай-яй-яй. Согласен. А мне патроны. Гранатомет. Какая прелесть. Тут где-то гранатомет валяется. Уже не валяется. Действительно. Все, погнали. Главное по тебя не стрелять, остальное не важно. Так, а ну-ка закинемся таблетосиками. Так-то лучше. Просто подкладок нет. Ну что, не бесконечно. Взяла шприц. Отходим. Зачем? Пилим. Тогда они... У меня бензопила закончилась. А я говорил. Бери топор. Бери топор, руби хардкор. У меня сейчас не очень любит ситуация. Кто это? У меня гранатомет, я ничего не могу сделать. Ты можешь не стрелять. Ой. Ой-ой-ой. Все звезды сошлись. И плевальщица, и это. Эй, ребят! Ща. Ау! Я пока аптечка. Я просто отвлек их этой вонючкой. Да что вы все тут это легли? Захиливаюсь пока. Положите боеприпасы на землю. Ну-ка. Раздаю боеприпасы. Оп. Ну да, ребята. Сейчас, подожди. А что-то у меня хп нету. Я вас прикрою. Ты, видимо, лады этот. О, тут есть калаш. Калаш, брат. Ты нас прикроешь и сам мне просто спиной к зомбям стоишь. Вперед! А никто я полечились. А где там лечиться-то? Ну, в смысле, ну, у тебя же... У тебя что, нет аптечки? Нет, у меня только воскрешалка. Ну, тогда этот... Хотя я таблетками закидываюсь. Да, закиньте. Эти барбитураты для этого автомации. Ну, это типа с карабинкой. Да. Куда ты? На, кушай. Спасибо. Это что, танк, что ли? Да ну не, вот! Громила. Ба! А где музыка, кстати? Почему музыки не слышно? А не отвлекай его на себя. Калаш лишний вещь, а чё с патронами? Почему они не разрывают? Опа, прыгай. Покормите вы человека таблеткой, мистер. А, сейчас. О, хорошо. Ого, у нас две пачки таблеток. На 4 человека. Мы идем правильно. О, аптечка. Главное, мы идем правильно. Есть аптечка. Помажь меня. Дай-ка я возьму для тебя аптечку. Давай, я развернусь. А-а-а. Ты зачем ты лапаешь? Не там, где надо. Здесь где-то бродит плевальщица, так сказал мой внутренний голос. Походу сверху. Нож. Блин, нож я... О, вместо пистолетов вообще великолепно. Это что? Это я беру. А как он сквозь лестницу тебя достал взрывом? Как он же блевантин. Ну чё? Ой-ой-ой. Патроны. Спасибо. Прилегла отдохнуть. Да ладно тебе. Не торопись.
Я же возле стены падала, так что все в порядке. Угу. Оружейный магазин. Калаша, конечно, разброс вообще сумасшедший. Ага. Это будет бам. А по нам-то зачем? Теперь она? Вперед! Там, походу, это, у тебя ядерная боеголовка была какая-то. Е. Магазин. О, аптечечки. Одну я взял. А, вот тут, вот. Тут три штуки. Лазерный прицел. Я хочу вот это. Вот что это мне надо? Это что? Андрюха, аптечечка. Да, спасибо, где? Вон, вот, вот тут. Вот еще аптечка, вот здесь. Вот с этой стороны, с этой стороны. А, нет, это не оно. Вот. А кто что взял? Так, вот я взял М-ку. Но угу. Думаю взять вот эту штуку. Охотничье ружье, в смысле? А. Нет, это нет, которая автомат. Прицелом. Я по скидке просто куплю этот охотничий. Хорошо. Что же М-ку возьму? Не понравился калаш. Вы пока не торопитесь, я сейчас зачищу чуть-чуть. Мы можем прям напрямую туда облететь. Нас растает лед. Так, нам надо где-нибудь точку, по-моему, держать где-то. Это потом, после. Да, ну да. Нам нужно сначала зайти в магазин. Прям зайти? Да. Готовы? Где держимся? А я просто с разбегу зашла. А, подожди, так. Достаньте колу в магазин. Да, я погнал тогда за колой. Так а пошли тоже. Я взял, убегаем. Кола, это же важный предмет. А фонарь можно в этой жизни? На F. Ничего не изменилось. Это же уродливый. F to pay respect. Я буду этой колой отбиваться. Что мне положение бегут? Их не учили они мне это. Все, готовы, погнали. Блин. А ну, на ножи их! Бутылка, бутылка колы. Мента только бутылка. Для лучшей встряски. О, тут коктейль Молотова, кстати. Да там кола валяет. Я взял. А куда ее нести-то надо? На выход. Ой. Кто колу мою забрал? Я ее уже выкинул на улицу. Зачем? Потому что она диетическая. Меня положили. Вы меня бросьте, главное, донесите колу. Да фу. Главное, сейчас не все лягут, по-моему. Хватит меня обнимать. Беру колу, бегу. А куда бежать? Наверное. Туда же возвращаемся. Ага. Просто бежим. Ой, вижу. Бегит. Там жевание каждый день. Ник, давай быстрей. Нет, чтобы аптечек, патронов взять. Это лишнее. Диетическая кола будет лучше. Окружают. Пришлось колу выкинуть. Хватайте. Давай, да. Давай, пасуй, пасуй. Да-да-да. Достаю. Где кола? Кто давай, достал? Давай, пасую. Где-то дверь. Хватаю колу. Кидай в кольцо. Три очка. У меня недолет был. Ух ты ж, ёжики. Мужик свое дело знает. Классный парень сидит там. Угу. Может, это помажешься, Андрей? Да, сейчас. Помазанный. Помазанный. Наш гуза на трон. Торем будешь. Совсем другое дело. Я получил власть, которая не снилась моему отцу. У тебя есть отец? Ты же играешь за реднека. Слава богу, мы пришли. С
Спасибо, Ник, что пострелял в меня. Так, а, ведьма где-то. Там ведьма где-то. А можно я туда ворвусь? А, мне не надо. Пожалуйста. Вырубаем фонарики, я тоже, напомню, тоже агрится на них. Черт, кто-то напугал ведьму. Ой, это был я. Но я не заметил, как я это сделал. Ой, там еще и... Ой, она прям бежит. Громила. Ой, она, да, она меня догнала. Я стреляю ей в яйца. Я убил ее. Можно я пока... Я полежать хочу. Не-не, вставай. Блин, я Нику в затылок пальнул, он так нагнулся просто над тобой, Андрюх. Я подумал, он тебя ест. Это так и было. Он меня нюхал. Иди сюда. А как тебя хилить? На вторую кнопку, вижу. Это скар брать. Зачем я Ника лечу? Ник, уйди в жопу. Что вы со мной делаете? Отпусти меня! Отпусти! Я просто подмышки потрогал свои. Да. Спасибо. А я Андрея за ноги полапал. Класс. Да фетиш. Обожаю. Фетиш? А, сигнализация сейчас работает. Будет взрыв. Охотничья винтовка вообще никакая. А она требует перезарядки после каждого выстрела? Не. А, значит еще норм. Есть та, которая требует. Вот она вообще медленная. Тут минус в том, что правая кнопка — это не прицеливание нихера. Колесико прицеливания. Стреляйте в машину. А. Умён. Перезаряжаю. Погнали в бункер. Голову? Ник, прости. А если сейчас аптечки собрать? Ну, они не появятся. Да зачем нам надо? Так он сам пришел. Как удалить? Как... Кикните Ника, пожалуйста, но это отвратительный. Ну он пытается. Почему? Он меня несколько раз поднял. Только тебя. Ну вот именно, что только тебя. А он, видимо, за мной бегает. Он мне постоянно в затылок стреляет. Так ты присаживайся. Так а нахрен он мне в затылок вообще стреляет? Так стрельни в него в ответ. Я ему прикладом по затылку. Я даже ведьму не заметила поэтому. Ну видишь, у нас это, Андрюха охотник на ведьм, потому что он ее сагрил. Да-да-да. Притом я на самом деле даже не знаю, как я это сделал. Так ты со снайперской винтовкой бегаешь, да? Нет, я бегал не со снайперкой, я бегал с вот этой, которая возле калаша лежит. А. Вот этой. Ну это снайперская винтовка написана. Нет. Не, снайперка же вот, которая валяется под ногами. Нет? Не, это охотничья. А, да-да-да, вот, да. Нет, это снайпа, у меня скар. Ну да. Это лучшее, что могло бы уйти в палатке. Скар. Вперед! Осторожно! Мы только первые акт пройдем. Или... Так. Ну, по это. По настроению. У меня настроение найти еды. У меня настроение убивать зомби. Ради еды? Ради кока-колы. Судя по всему, да. О, блин. Скоро начнется самая нелюбимая часть таскания резинок. Там что-то блестит. Да, что-то есть. Это а, это этот. Это мои глаза. Да, для крикета. Слушай, а может тут еще что-нибудь есть где-нибудь? Зомби. Не, это понятно. Я слышу толстяка. Это... Извините, это я топаю. Где-то толстяк. Где-то вроде толстяк. Он такой грузный, я его слышу, да. Давайте потопаем его за толстяка. Ой, тут еще ведьма где-то. Осторожно! Вниз. Не прострели ей голову только. Она вон, она внизу. Внизу? А ведьма где? Ходит? Я думал, она сидит. А не, она иногда ходит. Вон, посерединке прям, видишь, где это. А можно я шмальну ее в башку? Ну, в теории-то, конечно, можешь. Не, вон она ходит, кстати. Я лучше понимаю. Этот, лучше ей гранату кинуть туда. Подарок? Да. Может, подойдем лучше мне посвятить? Нам со спины идут еще ребятки. Можно они будут лежать? Эй, дружище,
Ой-ой-ой. Фига, Ник. Ну да. Слушай, увидела, Ник защищает охотник. Ну ладно, кого он защищает? Что происходит? Охотник. Там плевальщица. Там плевальщица, аккуратно. Уже нет плевальщицы. Чё, лобызаем соседний? Да, наверное, не надо. Как же достижение охотник на ведьм? Тут есть этот оружие, калаш лежит. И зомби. Куда она делась? Где она? Ну, вон она, слева от тебя. Карта? Главное быстро пробежать. Сейчас Ник просто... Ну, Ника там мы оставим, если что. Не, ну да. Да потом он умрет, если что, дверь откроет. А, черт, на меня жокей. Я просто в себя стреляла, в эти жокей. Я, блин, вообще... Просто этот... Жокей-мастер. Я уже столько жокеев поймал. На свою голову. Охотник, охотник. На мне был. Спасибо. Бегу, бегу, бегу. Арика, ты вообще была в другом... В другой части здания. Ты реально с читами играешь? Да. О, смотрите, какой здесь шприц. О, есть вот это. Ого. Снайперка есть. Здесь вот рядом. Охотничье? Да, охотничье ружье. И вот, ну, такое этот... у меня есть. Вот здесь может, этот. Прикройте меня, пока я лечусь. А это что? Аккуратно, я прикрываю. Куда идти? Все, все готовы, погнали. Куда да? Гоним? Не знаю, у меня патроны кончаются. Ага. Чёрт. Да здравствует жокей. Как удивительно и приятно. О, вот есть пушка. Ой-ой-ой-ой-ой, простите, родненькие. Уся, ё-моё. Дорогой, ну что ты? Эй, блин, больно. А. Чей парень? Извините. Я его убью, я его убью. От скуки. Тут можно взять дробовик. Да нет, он пустой, это мой. Так, я заширялась, ты не против? Я против, стой на месте. Я убил манекена, все нормально. И? Хорошо. Самый опасный враг в этой игре. О, адреналин. Спасибо, ничего не меняет. Меня ты за что шмалять? Где выход? Где вход? А чё Ник есть там ключка? Этот? Ну ладно, хрен с Ником. А чё Ник делает? Фьюрит. Чёрт, 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 чёрт. А, Ника там. А как Ник? О, блин. Что Ник делает вообще? Не знаю, меня охотник бахает. А, его зажали зомби здесь. О, я аптечки нашла. А, патрон! Класс! Ты меня спасал, братан, теперь я... Кто? Что? Кто сделал? Кто за... Я... Не командная игра! Алло! Оно само! Я убил... Бегом на третий этаж! А на какой третий? Не знаю. Там надо включить сирену, иначе я не буду сейчас толпой идти. Ай, спасибо, моя хорошая. Так я ж мужчина, подожди. А? Абьюзер. Это ты, моя хорошая. И камни, и с крыши. Ладно. Ник выжил. Тут где-то курильщик курил. Я его убил уже. Вейпер какой-то. Я спасла тебя, Джекей. Уже в который раз, да? Это что у нас? Опять калаш.
Есть аптечка. Я могу максимум адреналина закинуть. Так, лапой мальчик стоит. Подождите минутку, потерпи чуть-чуть. Будет немного больно. Лапой воздух, чтобы всем было хорошо. Спасибо. Плевальщица! Я еще раз так. Горящая свинья! Это что? Живо вниз по лестнице! Это не ничего. Жакей! Ой, Жакей промазал меня! Это да. Охотник. Чисто, всех прыгай. О, жирный. Перезаряжаю. Я думаю, что таблетки с пола лучше не поднимать, но тут другого выхода нет. Угу. А ты поставь их на стол, потом возьми со стола. Интересно, как скоро мы вернемся обратно и наткнемся опять на ведьму? Никогда. Это такой большой торговый центр? Я нашел убежище. Оно не тут. Не знаю, как к нему пройти. В обход. Наверное, да. Не могу поверить. Ты только что стрелял в меня? Какой обход? Перезаряжаю. Угу. Я перезаряжаюсь. Охотник. Аккуратно, охотник. Ох, это мне. Это мне. Осторожно. О, это уже точно не охотник. Только что выстрелил в меня. Давайте Ника опять оставим. Перезаряжаю. Давайте так, патроны, аптечка. Слушай, он сам заходит. Никто сегодня нас тут спасать не будет. Угу. Так, нормас, нормас. Не, ну хорошо, идем. Видишь, Ник полезный, смотри, он танка завалил да, один. Да, нифига он, ну, танка зашмалил. Так чисто для еды здесь. На самом деле, Ник нас паровозит. Угу. Ой. Да, в конце будет чаще всего всех спасал по ваших, наших этих... членов команды, и там будет ник написано. Ваши жопы, да. А потом мы его забаним. Надо кому-нибудь S включить. О, аптечка. Неплохо. Ну шо, го? Я готова туда и блевать. Го в сортир. О, патроны. Зажигательные. Ставлю. А, нихера себе, тут еще... Тут прям в сортире адреналин лежит. И таблетки. Я патроны поставил зажигательные. Разбираю. Где? Беру. Я иду. Слушай, если подберут таблетки... А, все, поздно, Ник подобрал таблетки из сортира. Все нормально. Адреналин. Они прямо из убежища вышли, ты смотри-ка. Они прятались там. Ну, видишь, зомби тоже хотят это, жить в тепле и в уюте. Ой. Это просто ужасно. Моё мнение. Сейчас таскать этот бензин надо будет, да? Да. В общем, да блин. Короче, нужно скидывать их, собирать и скидывать да. Вниз. 13 штук, будет... я херею. И мы как раз спускаемся с этажа, где как раз как минимум 4 штуки лежат. Слушай, эти конь... Ну, все. Все наверх? Конечно. Пошли наверх, заряжай. Ой, ребятки, почему у меня зажигательные стоят здесь? Где моя аптечка? Я что, выкинул аптечку? Да, и взял патроны. Капец, я... Я нашел аптечку. Молодец. Так, я наверх побежал. О, тут еще аптечки нашлись. Подожди. Вы по двое ходить. Или по двое. Куда там ударили? Где-то Жакей или что-то такое? Жакей это кофе. Кофе Жакей. Жардина. Что-то курильщик где-то. Уже нету. А как к тем? Хера он Человек-паук. Человек-дундук. Ну. О, я вижу две канистры как минимум. Ага. Так как максимум. Мне сейчас... Пани, слава!
Да, я вижу, тут сраные стены. Что, волна, что ли? Да. Скорее всего, сейчас бегит. Волна бегит. Волна бегит и волна отжимания. Так, я две канистры скинул вниз. Я через огонь скину. Сейчас еще скину две. Паник меня защитил. Скидываю вторую. Как ее скинь? Бац, она просто на соседний этаж падает. Это смешно будет. Так, заливаю. Фига, у нее звон как... Есть! Как колокол. Похоронный. Первый коронный, второй похоронный. Ага. Ник, тупица, ну, мог бы еще две канистры поближе поднести. А, тут все зомби, человеки-пауки. Лови! Жировасина! Лови еще один. Кинул одно. Бегу. Прям в огне лежит, класс. Можно, в принципе, закинуть. Вот еще одно. Ага, хватаю. Танк, 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 ребятки. Так, прыгай вниз. Вышел прям из моего этого. Я не знаю, куда я стреляю, но... На моем этаже, на втором. Спасибо, мы на первом. Черт, ребятки! Все, меня сложило. Капитально? Да. У меня не сварение. Танковое. У меня баллон перезарядится. Поднимайте, Андрей, господи. Сейчас, а сейчас. Сейчас, я подниму. Ник с парнем. Что такое? Там аптечка лежит недалеко от этого. Я лежу в кармане, у меня зомби бьет. Пусть. Так, еще чуть-чуть канистра. Пожалуйста. Еще две канистры вон лежат. Кидаю бомбу. Так, а где канистры-то? А, на третьем. Ника, это зажигает. Сейчас, сейчас, я вижу. Все, курильщик сдох. Хватит меня прессовать. Ладно, подниму бота. Ой, тут громила бегает. Не бегает. Так, на патронах пока доставки, у них уже того. Почти. То есть это прям оббегать надо, да, чтобы собрать эти? Вот, возле меня... А, все, нет аптечек. Сзади. Так, ну чё, го наверх. О, спасибо. Лапы уже ищем. Так, у меня блевотина есть, если что, могу их отвлечь. Я кинул уже, я кинул. Слушай, давай попробую пробежать, конечно, за этим. О, ты со мной, да? Пойдем. Да мы все с тобой. Не, ну кто-то путь внизу будет, чтобы залить. Залить в глаза? Ага. Ага. Да мы наоборот вдвоем возьмем, а третий будет нас защищать, если что. Подожди, где тут переход? Где-то в другой стороне, вон там. Погнали, а, все понял, ага. Давайте втроем буду. Они бегут. Там вон этот охотник. На той стороне, где мы были. Надо я обливать не в ней, как я могу. Так, я скидываю вниз. Все, погнали. Погнали. А если я отсюда спрыгну, я сломаюсь еще? Скорее всего, да. Да, ты получишь урон. Как остановить его? Дайте еды. Но он не даст, мне кажется, он будет увеличать. Поднимите. Угу. Скорее всего, да. Ой. Ой, жирный. Есть. Ничего не вижу. Я все вблю от них. Лью! Пасуй, пасуй! О, да. Валим! Успели до волны.
Валимся туда. Ае. Так и живем. В роли тренера. Так, так, так. Давайте смотрим. Смотреть титры. Да. А, вот. Хорошо. 40 минут? Нормально. Не, ну мы быстро, да, прошли прям. Ну. 5 аптечек я старалась. Ширялась адреналином больше всех. Класс. А зачем я носил с собой воскрешалку? Чтобы была. Справедливо. Никто же она не приносила нам победу. Убить. Нифига, ты три танка убил? Ты всех трех танков в итоге убил? Да, он убил, он застилил. Да. Стилер. Это неправда. Вот, смотрите, стрелял. Ник Рижи всех стрелял по своим. Ребят, о чем вы говорите? Он мне в затылок стрелял. Видимо, не Ник. В смысле не Ник? Ну, общая точность, 29 Ник. Ник читер, я предлагаю его забанить. Не говори. Пострадало 1000. Просто у бота есть аимбот, понимаешь? Да. Ну что, дальше или как вы? Я бы пошла и нашла еды. Какой еды? Вкусной. Или еще одну каточку, а потом ищем еду. Может, сначала найти еду и сразу потом ищем каточку? Или давайте я возьму еды и приду, и мы продолжим каточку. Давай так. О, давай, я пойду чай себе налью как раз. Окей, значит, скоро вернемся. Не нужно им. Здесь просто стреляешь в толпу. И попадаешь в своих. Да. Ну что, начинаем? Да. Сейчас у нас квест пассинг. Nobody survives forever. Midnight Readers. Island. To doesn't know. If you'd like to know them. My Oxford is very близко. Fireground Tower. Эй, а ты чё, гонщик? Нет, сэр. Просто здесь взяли кроссовку покататься. Кстати, а вы не могли бы опустить мост? Не выйдет, генератор не пашет. Давайте на ту сторону и заправьте его. И мы прикроем. Попробуем пройти по этому... А чё, не могли нам аптечку в карманом предложить? О, клюшка для гольфа. Гольфа нам как раз и не хватает. Фью. Нахрен он все оружие забрал? Аккуратно, здесь могут быть зомби. Серьезно? Да. Я видел твоими глазами. Это выдумки маркетологи. Ой. Зомби с патронами. Перезаряжаю. У зомби что-то есть. Убейте его. Что-то есть? Да. То у зомби, видимо, что-то есть. Я хочу его убить. Ты, видимо, я зомби выполнял. У меня очень хорошо дело. У него были патроны. И он что, убежал? Да. Блин. Это база. Не хотел он давать тебе патроны. Угу. Где ведьма? Я хочу ее катану разрубить. Я слышу Жаке. Я только Жаке слышу. Он в магазине. В магазине? Закупается? Да. Ну. Контрольная закупка вас приветствует. Опа, толстый, выйти не смог. А нахера я сюда пошел? Не знаю. Порубить бомбы? А, ну да. Возьми себя в руки. Не затыло, кто-то выстрелил. Смотри на мир веселей. Вот зомби Жаке. Нет, катаемся. Он скачет на нем верхом. Тут есть МП5 и дробовик. Так, ладно. Есть вот это. Ой, там что-то аптечное есть. О, а что происходит? О, дождь начинается.
Да походу война. Ладно, ладно, я понял, не идем туда. Дождь начинает. Жмуры вон там идут. Да, ага. Не идите сюда, закрыто. Дивизия в магазине, чего вы ломитесь? Возможно, сегодня черная пятница. Здесь черные только... Только мы с тобой? Мы с тобой, да. Это комната, в которой каждый раз заходит. Опа. Ага. Что там? О, здесь есть. Или вот. Куча шире. Нам в окно, да? Нет. Интересно, если я в себя 6 шприцов адреналина вмажу, это будет хорошо? Ну, если в подряд, то... То да. Тут это, жмур с патронтажем. Где он? А куда он убежал? Ну, жмур этот с патронтажем. Он здесь его бегал? Вот я его хотел убить, он убежал. Вот он сейчас опять убежал. Куда спустим? Ну, он просто побежал вниз, игнорируя. Ребятки, нам нет диджекей. И он убегает. Да я вижу. Бегу. Нет, ты не видишь. Пожалуйста. Смою свои грехи под этим дождем. Или можем плакать, и никто этого не увидит. Можем не только плакать. Оу, май. О, хорошо. Прям подгромил. А. Он меня прессует. Аккуратно, там у машины сигналка. Кто это будет, я или Ник? У нас сзади жмурики. Жмурят. Жмурята? Давайте поиграем в жмурчик. Мы завяжем глаза. Нику? Он все равно всех видит. Согласен. Рядом охотник, так что осторожно. Спасибо, а почему сигнализация до сих пор работает у меня? Я в него столько патронов высадил, а он не сдох. Ну, я ему с охотничьего ружья, по-моему, 2 или 3 выстрела на прошлой катке делал, ему похер было. Так, я захожу в хату, тут чистенько убрано. Какой-то пистолет. Какой? Тут кто-то дышит. Да я, извините. Окей. Еда вкусная. А. Жирные вдохи сожаления. А где этот шлюпа? Я оставлю зажигательное. Тут зомби сзади тебя, который с собой оружие таскает. И патроны. Я его убил. О, да? У него выпала граната, да. Граната и этот. И коктейль молотого. Вот, рядом со мной тут коктейльчик есть. У-у-у. И там вот эти зажигательные. А! Ник молодец, конечно, прям на выходе. Ребят, тут зажигательный, и вот оружие лежит. О, ничего себе. Постреляю, как в тире. Отстой, можно обратно мне бипелу? Вообще, конечно, согласен. Я вниз уронил, блин. Я поджег громилу. Я положу. Громила. Погнали через парк. И там нет никаких маньяков, да? Нет. Тут есть танк. Но это не считается. А где он? Где он? А, вижу. Я сейчас... не вижу. Сейчас Молотов полетит. Большая горячая куча дерьма. Спасибо, что в меня кинули молот. Пожалуйста. Я от смеха закончила попробовать. Стрелять. По-моему, плевальщица где-то. Да. Тут ведьма где-то. Жокей точно, вон он. Да, вижу жокея. Убил. Ага. Ой, да зачем? Не надо было. Надо было ведьму кинуть. Ты думаешь, стоит? Да, в смысле, мы бы ее подожгли, а потом еще и бомбой. Бомбанули. А, она прям посерединке сидит.
опять ник помазал Андрею. А! Хелп! Сейчас я себя потрогаю. А, ну или ты меня потрогай. Я ударил птичка, потом псовую. Поднимаю. Прикройте меня, да? И я лечу. Мили опять чем-то не отвлекается. Да. На мили оружие тут очень странные хитбоксы, надо сказать. Простите. Не знала, что это я включила радио. А. Убил. Могу убить ее до того, что мы берем. Есть что-нибудь? Кроме... Так, тут есть оружие. О, на свадьбе. Тут есть бомба. И топор. Топор на свадьбе. Конечно. Давайте за автобус. Итак, гранатомет я взяла. Я хочу... М-ку взять. Где? Всегда, пожалуйста. Спасибо. Я опять не увидела обнимашки. Ну да. Ребята, я нашел убежище. Эй, народ, тут убежище! А там непонятая женщина была. Перезаряжаю. Мы все усиленно не хотим пускать Ника, да? Да нафиг он нужен? Ник убил 64 зараженных. Ник больше всех дамажил танк. Слушайте, мы вообще не играем в такую... Понимаешь, мы не стараемся, а Ник, он прям из этого. Да. Из штанов лезет. Пусть Ник щиты вырубит сначала. А потом посмотрит. Щиты? И щиты, и щиты. Так, что у нас есть? Вот Магнум. Нам нужна мотивация, нам нужна мотивация. Нам нужна мотивация. Если доберемся до Нового Орлеана, сходим в музей чизбургеров. В музей чизбургеров. Блин, я бы сходил в музей чизбургеров. Ник, знаешь? Ну, кстати, да, вот тут ты прав. Блин, представь, музей чизбургеров. А, смотри-ка. Че? Тут чувак просто сидел этот. Сидел? Да, который с этими, с аптечкой, вот военный. А, да? Он просто сидел такой, смотрит на твою жопу, и все. И восхищается. Крайне вероятно. Эй, я перезаряжаюсь. Да, МП5 здесь, конечно, не как в КС-ке. Разброс у нее сумасшедший. Ну, получше, чем то. Жирный. Убил. Здравствуйте. Опа, Скар. Сюда. Ты там что-то отобрала? Я Скар отобрала. А, тут вижу. Бомба. Блевота. О, бимбу надо взять. Делать, да? Чувак выйти не мог, да? Да, он не мог присесть. Зачем лёгко на такую ротку? Ребята, жарко у нас. О, пошли в бильярдную. Бильярдную. Берите кий. Будем... Он тут есть? Спасибо. Тут жаке опять. Ну, жаке просто за жопу положил. Ага. Спасибо за чип. Угу. Тихо, пожалуйста. Только где музыка? У вас играет музыка? Не. Меня
Он тоже не играет. Ну, помирать так физикой, поэтому бегу. Ага. Кто там? А там кто? Прости. А нам сюда? Я не знаю. Ну, одно из двух. Либо сюда, либо туда. Справедливо. Ну, пойдем. Туда-сюда? Ой. Аккуратно. А, у вас так, тоже мы... это? Мы здесь были. Да? Подожди, ну вот есть какой-то клаб Д, вот прям горит. Да. Хрен вот там. Сюда надо. Вот, вот, сюда. А, все проще. Ну просто не надо было выходить. Да. Охотник, где-то охотник. Охотник. Себастьян? Да. Себастьян. Угу. Перезаряжаю. Ну да, еще медленнее он может идти? Нет, не может. Ну если тебя ранит. Ты можешь shift нажать. Не, и пойти пешком. По... Он просто по воде медленно идет. О! Опа. Не, забыли. Что это было? Экскурсионный автобус. О, что жмурилка гулит. Элис, ты стреляешь в меня. Чья клюшка? Клюшка! Слышу этого. Стрелу. Патрону разбили. О, лазерный прицел. Давайте поднимемся. Да чем-то подняться, нам говорят. Закроем дверь. Ну, поднимемся. Сейчас я просто на видео. А, к нам через основной ход лезут. Так, мы подняться не хотим. Так, здесь стволы. Нам со всех ходов идут. Это да. Я бы сказал, карты, деньги, два ствола, но тут пять стволов. Карты, деньги, курильщик. Ага. Тут охотник! Охотник, я его забью руками. Что это еще за да, забил руками. Серьезно? Да. Опа. Тут таблетки. Кирилл опять пришла. Таблетки у меня. Меня бьет зомби, а я ширяюсь. Это особое извращение. Так, сейчас, секунду, АФК. А зачем мы обходим? Нам нужно вот сюда, ребят, ко мне. Сейчас, давай прикроем это. Тут АФК, все дела. Давай кинем в нее бомбу. Тут где-то ходит толстяк. Там к тебе, походу, идет. Перезаряжаю. А, так и живем. Ну, а что поделать? Бросаю бомбу. Категорично ты. Эй, мочите того зомби. О, у него аптечка. Угу. Он убежал. Он убежал. А. А вот вам немного блевотины. Я там на блевоту согнал их нормально. О, вот зомби с аптечкой, кстати. Он к нам пришел. Так, ну я заберу тогда. Вот. Че, продвигаемся? Ну, давай, раз этот отошел, пока статус есть, она пойдет, так что. Пойдем, да. Где-то жир, по-моему.
Да. Аккуратно. Он где-то рядышком прям. А, я понятно. Убил его. Перезаряжаю. Намного лучше. Ты что, там? А, сзади. Спасибо. Только это бот. Черт, меня толкнул. А, вот он. Ага. А мы тут танка убили. Этот полупокер взял дробовик. Да. Ну там на столе что-то лежит еще. Три патрона. О, снайперская винтовка лежит вон. Спасибо. Я с адреналином, с прицом адреналина побегу. Эй, летит! Вот черт! Я какой же он больше? Наш тренер. Не мог ничего лучше взять. Ну. Не злись на него. Я буду на него злиться. Не слись. Оружие, отлично. Мы же с тобой друзья. Мы же с тобой друзья. Да, я тебе тоже полапаю, подожди. Нет, я в тебя буду стрелять. Нет, я буду тебя лапать. Еще лаптичку ударил. Громила тут. Где? У меня был. Ага. Она еще и на дробовик жаловалась. Да, в узких пространствах вообще в самом то. Вот оружие! Это, ну да, вот. Это мне. О, помповый дробовик. Вот он, кстати, не очень. Это требует постоянной перезарядки. Я перезаряжаюсь. Держитесь в дороге. Женщины там в углу что-то видно стоят. Патроны ноль. О, бимба есть. Бимба. Угу. Здесь тошнило толстяка. Нам сюда? Нет. Нам нет, сюда. Похоже. Возвращаемся, идем. Там блевота есть. Если кому надо. А у меня молотов. Hello. Ну, найдете пушку, маякните. Мне пригодится. Окей. Я пока нашла сплошной закон. Есть дефибриллятор. Дефибриллятор. Взял. А подожди. Дефибриллятор. Лучше не буду брать. Опять ведьма? Так, ведьма, да. Ну в этот раз мы ее агрить не будем, наверное, да? Конечно, мы просто кинем бомбу. Да блин. Меня обливали. Черт. Я не хотел. Я не хотел. Кто молотов меня кинул? Я не хотел пугать ведьму. Кто бросил валенок на пульт? Ну пойдемте. А где ведьма? А все, умерла. Да. А, да? Прыгаем. А! А! Как что тут темно? Темнота. Не видно низги. Черт! Вот Ник видит как раз в темноте. Ник видит в темноте. Я шоколадку нашел. Это дерьмо. Ошибочка. Я думаю, это тренера с шоколадку. Толстяк! Там нашего Ника утащили этот, плевальщик. Да, плевать. Курильщик, вернее. Я в Ника-то стреляла. Там мы его будем спасать или хрен с ним? Сейчас я бегу. Я бегу за ним. Давай. О, там аптечка есть, кстати. О, тут пушки.
Да? Да, тут пушки. Если первый раз? Я тебя уже не первый раз спасаю. Ой-ой-ой. Я, походу, пулемет нашел. Ждем Андрея, чтобы его помацать. Надо забрать аптечку, чтобы ее ник не схватил. О, девочка, подлечись, слышишь? А я отвлекаю Андрея. Откройте меня, я пока полечусь. А, я себя похилю и заберу аптечку. Тут калашников, если что. Да, наоборот, не надо меня хилить. Я ник помацал. Калаш будем забирать? Да, я возьму калаш вместо дробовика. Мне не нравится. О, лопата. Я взял лопату. Осторожно, двери открываются. Здорово. Лезут. Здесь окей. Это же его проблемы. Я буду стоять в тоннеле. Окей. Нам надо идти, а не стоять. А еще этот не прикатил мост. Мост не пришел. Кто не пришел? Мост. Кто птичку скинул? Че говоришь? А, это же я этого убил. Солдата. Зомбика. Ой. Надо забрать птичку. А забрать не надо. Андрей. Андрей. Беги за птичку. Я тебя прикрою. Должен точно прыгать, мне кажется, просто нам надо идти. Ты думаешь вниз прыгать? Нет, нет, нет. Там же... А, да! Раз, два, три, в кювет! Ура! Лопата! Как лопата долго машет. Нам нужно продолжать движение, ребят. Пойдемте, пойдемте. У меня зомби за яйца держит. Ну, покуда тебе это не нравится, то все нормально. Погнали, погнали. Так, да, все хорошо. Убежище бегит. Убежище делать обжимали. Ну чё, готовы? Вперёд! Опять вниз. Кидаю бомбу. А, жокей. Сейчас спасу, сейчас спасу. Кидаю жокея. Опа, аптечка. Аня, ты где там? Там плевальщица. По левой стороне. Черт, 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 черт. Ай, горю, горю. Выходи, выходи, выходи. Оттуда. Упал. Ник, спасай нас. О, меня спасает Ник, ребят. Он не бесполезен. Ну, в этом есть смысл. Так, вмазываюсь. Постойте, мне надо подлечиться. Обождите, мне надо подлечиться. Блин, забавно, что когда я упал, мне дали пистолет, а сейчас у меня только лопата. Ну, так и должно быть. Ты же не будешь лопатой отмахиваться? Ну да. Ник, возьми. Тут этот курильщик. Погнали. Ребят, ребят, погнали. Его лопатой забил? Да. О, я в убежище. А, Ник хитрый, раньше всех не залез. На, в лицо. Андрей вообще бог шутеров. Ну так, для вида здесь посидела. Лучше Андрея, только Ник. Я просто, у меня, он мой наставник. А. Я стремлюсь стать таким, как он. Ботовод. Я разбудил ведьму, но вообще никак не участвовал. О, катана. Катану я возьму. Кота. Вместо глушителя. Блин, это уже постол. Но если он ушел, он там будет. Ты так хорошо его знаешь? Просто хорошее предчувствие. Ага. У тебя хорошее предчувствие насчет.
насчет каждого урода на мосту. Нормальный дробовик, в принципе. Да, вот этот дробовик нормальный. Вот эта винтовка, она прям это... Она после каждого выстрела перезарядка. Ну, у нее, наверное, урон хороший. Наверное, давай посмотрим. Я буду империть, короче. Ну, в этой игре это сложно, конечно. О, подожди, комнатка. Ни хрена. Одна? Да, блин. Ну, вдруг бы лутинка была. О, первая партия, да. Черти. Ребята, нет времени. Мы должны опустить мост. Зоя, не крякай. Я ей в лицо пострелял. Я прострелил ей колено. Пойдемте нам сюда, видимо. Да почему все? Пошли вдвоем. Пахли нам все. Что с Никой? Опять что-то запомнилось. Мы с тобой, это, Ань, черные самураи. О, здесь опять сейчас таскать эти канистры. Здесь надо другую пушку. О, тут... О! О, есть. Блин, я возьму калаш, ладно. Обожаю горящий понос. Дохлый бил валяется. О. Смотрите, что МК охотник, есть. Охотник. Ай-яй-яй, курильщик. Никого не смущает, что бил дохлый валяется? Нет. Какой бил? Ну, с первой части, дед. Он там валяется дохлый? Он дохлый, да, он валяется. Где? А, нифига. Убил, блядь. А, ну да. Блин, он, видимо, защищал генератор. Видимо, да. Ну, конечно, три бомжа, которые ничего не умеют. Мечи. Так, ну, предлагаю... пойдемте за этими. Ну, колени пойти им сломать. Этим. Так, у меня есть одна канистра. У меня тоже есть одна канистра. И у меня есть одна канистра. Блин, вот эти от магазина, они, конечно, раскиданы тут так капитально. Ага. Похоронный звук. Ну слушай, у нас тут вот эти. Зоя стреляет, он типа. Да, да, они будут нас защищать, если что. Угу. Ну что, надо на левую сторону пробежать за ними или сперва правую? Я куда-то бегу уже за ними. Ну пойдем туда же туда. Как минимум здесь много. Это да. Так, я за самыми дальними. Придерживаюсь тактики, выкидываем наружу. Ой-ой-ой, охотник у меня. Охотник, охотник! Бедурок на мике. Так, я собрала 4 штуки в одном месте. О, это неплохо. Сейчас надо наверх, чтобы подняться. И еще... Чай тут заберу одну. Готово, но я сразу ее понесу. Где танк? Где танк? Ребятки, танк. Не знаю. Так, я 6 штук собрала. А я вижу танка, он идет на меня. Тогда отходи к этим, к пацанятам. Меня как раз скинул он. Где танк? Я бегу, несу с собой. Давай, беги. Он за ником, что ли? Видимо, да. Пойду. Идите, помогу. От бедных 6 канистр. Да зачем мы? Это громила? А где танк? Не прекращайте стрелять! Вот и танк! Боеприпасы. В него и стреляй! Прикройте, заправляю. Нужно еще 10 штук. Что, танк? Что-то танк какой-то менее живучий, чем я его помню. А, кто-то поднял канистру, да, которую... Да, да, я уже закинул ее. Я там 6 канистр кинул, там желтый. Угу. Так, еще там 2 в какой-то жопе. Возьми-ка вот это, пригодится. Курильщик где-то. Я, главное, на улицу выкину, сейчас тут немножко. Взяла канистру. Кидаю канистру. Пасую. Гоша, пасую. Ага. А, это все. Я пасую. Ага. У меня тут как сейчас, голову. Сейчас, я иду. А, жокей. Тащит далеко меня.
Сейчас, сейчас. Отлично, все, все норм. Все норм? Я захилил Ник. Было бы Ник слабо. Спас тебя? Ну, от бомжа, да. А, хорошо. Потом, что нет. Он тебя там поднимает или нет? Я... Да, 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 тут просто эти. Землям по яйцам стреляю. Ты просто закрылся? Громила! Шире. Мальчик. Блин, меня сапал охотник. Ну чё ты их до хера? Я под адреналином полгода канистра. Кстати, хорошее решение. А, нет аптечек. Я сейчас... Тут же окей. Где я? Кидаю канистры, как можно видеть. Давай. Я вижу, подниму сейчас. Ёб твою мать. Патроны! Ник, похиль меня, ты полудурок! Хелп! Бегу, бегу, делаю бегит. А, чё, тебя же... Всё, падаю. Сейчас, я уже тут. Не успел. Спасибо. Ой, прости. Ага, хилюсь. Танк снизу. Спасибо. Два танка снизу. Я тут поваляюсь, я приму себе вещи, да? Ты лежи, я скоро приду. Блин, я помню какой-то... Момент, блин, меня взял охотник. Осторожно, слизь! Аня, стреляй! Твою мать! Зои, полудурок. Кто меня ударил? Ой-ой-ой. Чё-то они прям вылезли хорошо. Ага. Спасибо. Так, ну пойдемте за последними. А тут где-то рядом еще рядом. А, тут аптечки появились. Так. О, где? 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 На столе аптечки. Отлично, сейчас. Уже похоже на правду. Ну вот, все канистры, которые там скинул. Сейчас упаду. Да. Не успел. Сейчас я тебя подниму. Я за канистры. Это вообще подло было. Еще жиробас где-то. Да твою мать. Блять, я по канистры стрельнула. Пизда, слушай, не извиняюсь. Гоша, лечись. Лечусь, лечусь. Все, норм, окей. Что там у тебя, Ань? Я пока не стрельнула, но она как бы загорелась. Но она треснула. А, они все сгорели. Какая прелесть. А. Меня охотник обжимает. Сейчас, сейчас, бегу. Иду. А, меня курильщик сцапал. Тут их два. Освободился от одного. Ой-ой-ой. Да хорли. Так, вот здесь наверху лежат. Вот, да, потому, а, потому что я одну подожгла и сгорели все. Ребят, тут две лежат, вот. Тут Джокей. И Громила. Он на мне. Меня Ник не знает. Черт, кто-то подпалил. Это я, скорее всего. Блин. Пока стрелял у этого. У калаша же разброд сумасшедший. Ага. Так, ну одну канистру я подстрелил случайно, но одна еще есть. Там две, ты две подстрелил. Нет, одна вторая подстрелил. Здесь. А, вот, одна тут стоит. Окей. Да, одну я взял. О, тут появилась. Блин, опять одна. Громила. Вот рядом со мной. Я здесь спрыгну, я дойду до туда. Я иду. Обмазываю. Громила где-то. Это танк, не Громила. И охотник тут же. За мной ходит, уходи за мной. Подумайся. Блин, меня охотник цапал. Убейте его, убейте. Все, я лег, ребят. Да блин, а, Громила! Ой-ой-ой. И я ложусь. Взаимно. Плевать, поджигаю канистры. Ребят, отдыхаем. Да, я так и подумал.
В огне, да? Аня, ты зачем просто? Войду в огонь. Где Ник? Полупокер. Сюда, кыс-кыс-кыс. Эй, мне тут нужна помощь. Стреляй в зомби, Аня. Да, я смотрю, как этот дурак поднимет сейчас. Дай прощай, Рошель. А, надо сейчас как-то каким-то чудом ждать. Блин, сейчас волна пойдет. Ну их прям слишком помногу. Просто мы слишком хорошо играем. Это да. А ты еще хотел посложнее сделать. Да-да-да. Сколько времени нарез дается? Плевать на Ника? Конечно. Пусть меня бомжи защищают. А мы на финальном вообще этом этапе появляемся на рисе? Должны. Ну, конечно. Надо, я отдыхаю. Эх. Ну что? А, нас всего лишь откатило сюда? Тогда не страшно. Я думал, нам вообще скажут, типа, все, проиграли. Элис. Ой, а то я не видел, как вы двое смотрели друг на друга. Давайте все толпы по одной книжке. Ну, видимо, придется так делать, да. Погнали. Угу. Хочу с этим отпугивателем разговаривать. Это толку мой. Я-то сам все больше по байкам. Правда? А на чем гоняешь? Ребята, нет времени. Здесь на мотороллере. Мне нравится этот голос злой. Ребята, нет времени. Зина, у нас отмена. Оружие, отлично. Помощь идет, держитесь. А где помощь-то? Да вот хрену. Дело там пулемет, как бы, и он ничего с ним не делает. Так, ну чё, вот тут вот вблизи сразу есть. Вот аптечка, ребят, сразу аптечки возьмите. Уже, уже. А, всё. Погнали тогда. Взяла шприц. Тут где-то какой-то ублюдок. Есть! Так, пошли, я защищаю тебя. Так, может этот куда-то просто вынести поближе? А, да, во! Так, я вон один выкинул тоже. Беру здесь, который рядом. Ага. Я сейчас тоже повыношу, который рядом. Пошло веселье. Волна. Че, отступаем тогда? Осторожно. Давайте, когда волна. Думаю, когда волна, да, есть смысл отступить к этим пацанам. Главное, пока не было самое опасное, конечно. Готово. Есть. Прикройте, я заправляю генератор. Готово. Так, ну раз отсюда лезут, значит... А, ну да. Я за Андреем. Чтобы меня зубы не снимали. Опять волна. Все, бежим тогда обратно. Бегим. Бегит. То эти боты стреляют хорошо, то через жопу. Аккуратно, Гош. Ага. Ты выкинул канистру? Она выйдет. Взял канистру. Направляю генератор. Ну толку-то из ботов. Тут лежит оружие. Гош. Танк, что ли? За мной. Походу, да, но тут две канистры есть. Ну хватаем, бежим. Да, вон он. Сзади еще один у вас. Сзади танк. А вот и танк. Все, умер. Даже пока не пришло, не хотелось. Я тебе как обычно забрал. Гоша, пасую. Угу. Держи. Есть. Лови, удачи. Взял канистру. Гоша, еще пасую. Давай. Принимаю. То эти боты стреляют хорошо, то плохо. Попробуем две сразу.
Да, давай две возьмем. Я взял канистру. Гоша, пасуй. Давай. Как-то Ник выборочно меня защищает. Пасую. Сейчас тут. Ага, беру. Так, патрончик. Каким он? Опа-опа-опа. Ань, ты идешь? Тут аптечка, если что, есть. Громила, меня поймал Громила. Ага. Аптечечки не забудьте взять, если что. Погодите секунду, я подлечусь. Перезаряжаю. Осторожно. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Так, ну го. Захилю сейчас, я думаю, что мы так долго будем бегать. Сейчас я захилюсь. Угу. Я лечусь. Дураки, киньте нам аптек. Ведите танк. Назад на Луиса. Стоим здесь тогда пока. Здесь есть оружие. Где танк? Вот он. Ага, вижу. Блин. Жокей. Сверху еще один. Один сдох, который сейчас перепрыгнул. Ага. Опа. Громила, танк умер, да? Да, там сдох и... Как бодренько. Гош, я рядом. Ага. Чё-то за мачку как бы аптечек побольше. Меня охотник поймал. Так, я скинул эти баки. Давайте туда все скинем. Быстренько. Ну да, отсюда будет проще. Тут охотник у меня. Упрыгал. Что-то большое, по-моему, идет. Бросаю коктейль Молотова! Так, скинуло. Меня опять охотник поймал. У меня заблевали. Ага. Осторожно. Ты пока первую партию. Давайте, да, тарабаним. Погнали, потому что нам осталось всего 4 штуки, одну я отнес. Есть. Уже. Ага. Сейчас просто волна еще. Да, вижу, вижу. Надо пока не сделать. Нужно еще 5 штук. А, да что ж такое? По катушке. Осторожно! Есть. Надо захилиться. Остаться. Я сейчас захилюсь. Ага. Не спешите. Мне надо подлатать. Еще одна канистра пошла. Но я тебя захилю. Танк. Танки! Танки? Почему она кричит танки? Не знаю. Так, ну что, за последним двумя? Всей толпой летит. Хорошо, идем, надо сказать. Здесь я предлагаю по главному сразу бежать. Здесь дефибриллятор. О, воскрешалку взял. Нам через это, через хату. Волна. Пираты. Так, я скидываю. Нет, ты бери. А. Да. Тут волна сейчас просто. Ага. Наверху тогда поставим. Громила. Ай-яй-яй, Жокей. Да, вижу.
Не мог, не да, достал вижу. До него. Одну взял. Одну взяла. Блин, застряла. Одну потрясла. Охотник на Нике. Сейчас адреналин вжарил. Да блин, я... Обойдется Ник. Прости, Ник. Аллилуйя. С первого трая, 100%. А, меня охотник спрятал. Ага, не переживай. Блин. Умерла она очень неудачно. Ну, сорян. Да ладно. Все, бежим, бежим, бежим на мост. А, или... Да, все. Уже долго опускаю. А Ник лежит. Ну, да пускай. Прости, Ник. Конечно, у нас Ник сдох. У нас есть место. Есть. Вернемся за Ником. Не. Ну, мы попытались. Спи спокойно, Ник. Да, спи. Спи, Ник. Отдыхай. Ник вроде себя погиб. Ну, тоже быстренько, в принципе. Ну, если бы мы не повторяли... Да, кстати, еще даже быстрее да, были бы. Минут на 10. Угу. 6 аптечек использовал. Профессионал. 7 шприцов с адреналином. Ну, адреналиновый маньяк. Шесть жаки, нормально. Угу. И три танка. А кто, типа, на ком чаще катался жакей? Я должен быть. Всегда. Да. Фига там Ник настругал. Прежде всех по своим стрелял Ник. Чаще всех других беспокоил ведьм. Не, ну прошло неплохо. Да, согласен. Получается два потыкали. Две главы. Ага. Так, ну что, мы тогда на сегодня все? Да. Это было хорошо, надо сказать. Да, согласен. Было приятненько. Да. Пробиться не с ботами. Это да. А был бы у нас еще четвертый, мы бы быстрее проиграли. У нас еще четвертый, мы бы не кошмарили Ника. Нам бы пришлось его спасать, а не спокойно. Ну да, то он бы обиделся бы кто-нибудь. Не, ну будь я в такой ситуации, я бы сказал, бросьте меня, бегите, спасайтесь. Бегите, глупцы. И в итоге один уехал просто, и все. Нормально. Не, вот там, когда все бы бежали к машине, он бы по ним стрелял, чтобы они не набежали. Это да. Гранату, это как у блевоту сохранил бы. Да-да-да. И в ней бы эскиз. Конечно. Что, на этом все? Думаю, да. Ну что, тогда думаю. Прощаемся со зрителями тогда. Да, именно так. Все, тогда до скорых встреч. Да, потом обязательно соберемся и поиграем. Спасибо за игру. Взаимно. Там, блин. 1, 2, 3, 4.